И в продолжение темы последствий снежной бури. Непогода повредила электропровода, в результате чего почти 200 населенных пунктов остались без света в домах. Без перерыва коммунальщики устраняли аварии. Работой по восстановлению электролиний занимаются 340 специалистов и 125 единиц техники. По состоянию на 16.00 пятницы без света все еще оставались 102 населенных пункта. Динаміка позитивна, кожні дві години ця кількість значно зменшується. Частково з них залишаються без електроспоживання 15 населених пунктів. Завдання максимально до завтрашнього дня, до початку дня, виконати максимум всі населені пункти, забезпечити електропостачання. Затянутые ремонтные работы объясняются тем, что в часть населенных пунктов ремонтники не могли добраться из-за заснеженных дорог, которые коммунальщики не успевают очищать. Во время снежной бури бесперебойно работали не только электромонтеры, но и специалисты колл-центра. За два дня непогоды поступило более 40 тысяч обращений на горячую линию, 1500 писем на электронную почту.